Артем Викторович Черединский. С победой, во-первых, и давайте начнем с вашего резюме по игре. Спасибо большое за поздравления. Что по игре сказать? Наверное, самое главное – это результат, которого добились мы сегодня. Все ребята, наверное, старались, но хочу сказать, что соперник неплохо выглядел, начал нас прессинговать, хотя мы думали, скорее всего, что будут играть, наверное, встречать на средней зоне. Но эпизодами встречал, в прессинг шел, и как бы нам было тяжело в первом тайме в некоторых моментах найти выход. Ну и плюс ко всему опять создали более-менее моменты, которые не реализовали. Во втором тайме должны были опять же забить гол, но, к сожалению, как говорится, в футболе не забиваешь ты, забивают тебе. То есть в обратку мы получили, и после этого еще момент был. Ну, наверное, пришлось сделать замены в связи с этим. Ребята вышли и как бы усилили игру, и результат уж видите сами. Спасибо. Есть вопросы? Владимир Кулин, КП «Парень», с победой. Спасибо. Немножко задержались, возможно, беседовали с руководством по поводу приставки его, вашей должности все-таки у вас на все 6 побед в 7 матчах, если не путаю. Нет, там были просто другие вопросы с руководством обсудили, как бы я там с ребятами надо было пообщаться, там были некоторые моменты там по травмам, поэтому, так что из-за этого только задержались. И Бенк не резал пенальти, как вот выбирали пенальтиста, вы назначали, либо ребята по ситуации решали? Нет, было, что МБН будет бить. Он продолжит и дальше, скачать? Посмотрим. Будет еще ж до следующей игры есть время, будем смотреть, разбираться. И Макс Клод, я просто понимаю, уже постепенно набирает форму. Каково его состояние? Может, скоро уже снова увидим в игре? Я думаю, что если Макс будет на данный момент сильнее, будет играть. Но вы сами знаете, он пропустил около 2 месяцев. Это очень большой срок. И он потихонечку, он только недельку, наверное, в общей группе начал тренироваться. Мы его попробовали за дубль, посмотрели, в каком он состоянии. Но как бы пока что тяжело было оценить, потому что как бы за дубль, как бы, наверное, не столько моментов дубль Витебска создал. Спасибо. Еще вопросы? Нет вопросов? Спасибо тогда всем. Спасибо.